Меня зовут Мартин Шескс, я автогонщик автоакадемии LMT и участвую в ралли чемпионата мира среди юниоров. Меня зовут Вальтер Сведрис, я автогонщик, я участвую в соревнованиях как на карте, так и на шоссейные. Меня зовут Янис Бауманис, я профессиональный пилот по ралли-кроссу и участвую в чемпионате мира по ралли-кроссу. Я с Blue Shock Race уже работаю 5-6 лет. И мы начали с первого прототипа. Когда ничего не было, я отдал свою раму для создания прототипа. И теперь наши карты полностью созданы нами и отправляются на другой конец света. Прогресс огромен. Я надеюсь, что мы не остановимся на этом. Я также пробовал Blue Shock Race, и я также протестировал прокатных картов. И очень приятно, что вы можете наслаждаться картом. Я получил это удовольствие сегодня. 2.0 карт были разработаны на основе модели карты 2019 года. И этот карт является моделью, о которой можно с уверенностью сказать, что покупатель будет удовлетворен достигнутым нами результатом, так как максимально предотвращены все недостатки, которые могли возникнуть во время разработки. Те люди, которые любят бензиновые или дизельные двигатели и пробуют электрический карт, я знаю, что их мысли быстро изменятся о том, что такое электричество и как управлять электроприводом. Это то, что каждый должен попробовать. У нас сейчас хорошее начало, благодаря инвесторам. Эти карты будут отправлены через океан. В частности, они отправятся в Мексику, город Мехикали, недалеко от штата Калифорния. Наш заказчик готов организовать свой первый холл и ждет свои карты. Прежде всего, я хотел бы поздравить мексиканцев, которые купили этот идеальный продукт, потому что в мире очень мало компаний, способных построить что-то подобное. Мы сегодня попробовали быструю замену батареи. Мы поехали с новой батареей уже через 20 секунд. Это означает, что мы можем ездить и двигаться без остановки. Мне кажется, что это очень важно для спортсменов, а также для тех, кто просто хочет заняться картом.